Чтобы попасть на выставку, художники прошли жесткий отбор. Из почти 2500 работ взяли 650. Единственный критерий – это качество, художественное достоинство. Картина мира с точки зрения лучших художников Поволжья. Разные стили, направления, в живописи никакой моды на темы и жанры. Для художника главное сказать то, что его волнует, и сказать это мощно. Все произведения созданы за последние 5 лет. Эту картину художница из Перми Юлия Трубин написала 2 месяца. Я думаю, что они не грустят, они просто отдыхают после рабочего дня тяжелого. Ну, они художницы, так же, как я. Вот. Куда смотрят, каждая, видимо, смотрит. Пространство просто. Зарабатывают на жизнь художники в основном преподаванием. Продать свою картину – счастье, говорит Юлия. Но главная мечта, чтобы твоя работа висела рядом с великими художниками, к примеру, в Третьяковской галерее. Если ее картина пройдет очередной отбор на этапе выставки «Большая Волга», мечта станет реальностью. Лучшие произведения будут представлены на экспозиции «Россия в Москве». Ксения Доринова, Владимир Кайдай. Время новостей.